17 июля 2017 года следователи прокуратуры Одесской области совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Одесской области задержали на горячем во время получения неправомерной выгоды, то есть взятки, начальника Управления экономики Овидиопольской районной государственной администрации Маламуш Ольгу Дмитриевну. Маламуш Ольга Дмитриевна получила от директора предприятия второй транш взятки в сумме $2000 США за подготовку и согласование разрешительных документов на выделение 0,5 га земли под размещение автозаправочной станции. По данным следствия, в субботу 15 июля Ольга Дмитриевна получила первую часть неправомерных средств в сумме $1000 США. Мы побывали на месте преступления, однако получить официальные комментарии от следователя не удалось. Мы журналисты, могли бы хоть как-то чуть-чуть прокомментировать? Пресс-служба прокуратуры Одесской области, обращайтесь за всеми комментариями. Да? У вас нет ничего? Мы не имеем права разглашать какие-либо данные, потому что это все относится к статье 221 «Тайна досудебного следствия». Спасибо, извините. На место прибыл адвокат, но и он не был допущен в кабинет, где проводились первоначальные следственные действия. После проведения первоначальных следственных действий в кабинете Ольги Маламуш, следственная группа с ней направилась в следственное управление для предъявления подозрения и определение меры пресечения. Наверное, завтра конкурс на должность первого заместителя председателя Овидиопольской районной государственной администрации пройдет без конкурса, по причине того, что на конкурс предъявлены два заявления, одно из которых было от Ольги Маламуш. Досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством, будут осуществлять следователи прокуратуры Одесской области. С места событий – журналист Роман Варшанин, оператор Аркадий Скутаренко.